дорогие друзья, из Алании. Сегодня 20 октября, конец октября, но на улице тепло. И я наконец-то пришла на рынок. Сегодня вам расскажу и покажу, что же есть на рынке, какие цены, что стало дешевле, что стало дороже, какие фрукты, овощи продаются в октябре. Сама я на рынке была, наверное, месяц назад, может быть, 2 месяца назад, последний раз, если честно. Поэтому сама с удовольствием схожу, посмотрю, что же есть на рынке и, конечно же, покажу вам. Ну а вот и наш любимый рынок. Как я уже сказала, конец октября, но очень хорошо на улице, отличная погода. На рынке много фруктов, овощей. Сейчас мы посмотрим, что у нас по ценам. Ну и сразу же, конечно, мы попадаем на стенд с яблоками. Яблоки цены начинаются от 1 лиры. Еще есть персики, но персики уже отходят, они не такие вкусные. Сливы по 2,5 лиры. Яблоки вкусные, сочные, по 2 лиры. Груши маленькие по 2,5 лиры. Зелень. Любая зелень, как вы видите, все по 1 лире, есть и по 2 лиры. Капуста 3 лиры. О, капуста подорожала, была 2 лиры. Клубника еще есть 8 лир. Инжир 10 лир. Орехи килограмм. Лук 1,50 лира. Картошка. Ну, картошка, как обычно, стоит 1,50 лира, лира, либо 1,25 лира. Очень много народу. Кстати, подешевели бананы. Они теперь не по 6, не по 7 лир, а по 2,5. Посмотрим, почем огурцы и помидоры. Огурцы 1,50 лира, 3 лиры. Помидоры. Баклажаны 3 лиры. Ну, конечно же, разнообразные специи. Кукуруза. Куда без кукурузы. 5 штук, 5 лир. Есть еще и, конечно же, вареная кукуруза. Но сезон кукурузы уже тоже проходит. Мы покупали с Айханом буквально в то воскресенье, она была уже не такая вкусная. Картошка 1,50 лира. В общем, никаких экзотических фруктов и разнообразия, как летом, конечно же, нет. Но все стандартно. Капуста для супа 3 лиры. Зелень 1 лира. Здесь зелень дешевле, чем на том лотке. Помидоры 2,50. Огурцы. Яблоки. А, пошел сезон мандарин, кстати. Пока что мандарины. А вот, вот и мандарины. Без семечек. 2 лиры без косточек. Помидоры, огурцы, фасоль, перец. Вот этот перец, кстати, очень вкусный. Его на гриле очень вкусно зажаривать. Хурма. Но она уже тоже отходит. В общем, свежие оливки, которые можно засаливать. У нас около дома тоже растут оливки. Бананы 5 лир. Яблоки. В общем, друзья, цены. А вот и виноград. Гранаты. Штука 2 лиры. 2 лиры яблоки. Красные гранаты. Ну и, конечно же, виноград. Виноград по 2 лиры, по 2,50. Морковка 1,50 лира. Ну и клубничка в октябре. Кто хочет клубники, кто спрашивает про клубнику. Вот клубника 7 лир. И вот такая вот мелкая 4 лиры. Леблеби свежие. И есть инжир.
Инжир. Ну вот самая крупная клубника, которую я видела на рынке, 10 лир. В общем, друзья, вот такие вот цены на рынке. Я не знаю, что я буду покупать. Рубль 50, помидоры, огурцы. Также можно купить авокадо. Штука 3 лиры. Ну, хорошие, большие авокадо. Но дороговато. Кстати, авокадо подорожали. Были, ну вот я помню, по лире 50, по, ну, максимум по 2 я покупала, но начались цены, достаточно высокие стали цены. 3 лиры штука. Это очень даже дорого. В общем, по ценам на фрукты и овощи, я думаю, вам все понятно. Сейчас пойдем посмотрим, что здесь продают еще интересного. Продают различные хозтовары, орехи, одежду. Очень много. А вот и бананы. Бананы по 5 лир. По 5 лир бананы свежие. Кстати, многие спрашивали, почему бананы дорогие в Алании, потому что все бананы практически идут на экспорт, и то, что нам остается, они уже идут по высоким ценам. Очень много приправы, орехи, сухофрукты. Вы видите цены. Инжир. Все, что хотите, можно купить на развес. Также здесь продают различные сладости, лукум, тоже все на развес. И вот такой вот чай. Кстати, кто спрашивал, чай из шипо с крыжовником, вот написано, что чай с крыжовником. Ну, есть еще вот такой вот чай. Кстати, вот этот яблочный чай, он, конечно, химия, но он очень-очень вкусный. Еще есть гранатовый сироп и вот такие вот орехи в сахарном сиропе, скорее всего, не в меде. Ну и, конечно же, очень много разных подарочных коробочек с лукумом. Вот натуральные какие-то чаи, смеси. Смеси гранат, апельсин, яблоко. Очень много гранатового чая. Раньше, кстати, на подарки из Турции я привозила вот такие вот наборчики. И раньше, да, вот такие вот наборчики именно с тем, чтобы можно было молоть перец. Вот этот вот перец молоть вот в этой вот штучке. Очень красиво они выглядят. Ну, есть всякие различные чаи. И, конечно же, очень-очень много мандарин. Мандарины по 2 лиры. Кто хочет мандарины на Новый год, кто любит, у кого Новый год пахнет мандаринами, пишите в комментариях обязательно. Есть виноград. Ну и здесь уже у нас много орехов, леблеби, чай, мыло, различные сувенирные наборы. Ну, например, крема вот этой вот фирмы. Нет, это не Долан. Крема вот этой фирмы я тоже покупала в подарок. Леблеби. В общем, друзья, на рынке вот такие вот цены и ассортимент. Я думаю, что вас удовлетворит это видео. Если вас интересуют цены на рынке в конце октября. Ну а сейчас я иду себе покупать обувь, потому что у нас завтра одно очень интересное и знаменательное событие. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх, комментируйте. Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Ну а на сегодня все. Всем пока-пока.